Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем входить в Assassin's Creed 3. Ну что, погнали. Нам тут надо сообщить, армия тут приближается. Они уже в некоторых местах уже есть. Нам вот сюда надо прийти. А почему сюда нам надо прям прийти? Опа-на. Что-то дальше появилось. Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Не вижу Доза. Надеюсь, он цел. Что-то звуки какие-то странные. Блин. Да ё-моё, я хочу повернуть, посмотреть. Они... Погнали. Где тут неудобно. Да, я как дурак сначала залезу, потом спрыгну, потом в дверь постучу. Я у него пальто сквозь всего. О, Коннор! Рад видеть. Уезжайте, сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Так, полученная скачка. А, выполнено, понятно. У нас уже секретий там. Я вообще, как всегда, ничего не выполнил. И куда мне надо дальше идти? Это интересно, далеко? Что-то я не понимаю, что такое. Задание поместья? А что задание поместья здесь какое-то? Бостон. Поместье. И задание поместья. А мы сгонять на задание поместье. Опа, у нас солдаты готовы все здесь. Давайте сначала сбегаем, может, до задания поместье. Это, конечно, далеко. Я хочу посмотреть, что задание там поместье. А потом на это задание прибежим. Как далеко тут бежать, 900 метров, офигеть просто. Очумить просто. Иди сюда, Павла. Ну давай беги, ё-моё. Нет, спасибо, мне это не надо. Эй, что такое у нас? Опа. Давай, давай, давай. Опа, молодчина. Прям деревья ради тебя все сделали. И что, ты тут застрял, что ли? А что мне пройти не можешь нифига? Я думаю, тут все продумано. Так. Идем на пролом. Опять река. Не, течение меня не берет. Вообще ни капли. Ну, у нас осталась половина уже, мы почти добежали. Вот кусты можно спрятаться. Специально делать для нас, да? А, убежал, правда. Вот это мы шпарим уже. Вообще километр бежим.
Ну, мне просто интересно, что задание поместить. Так, 400 метров уже. Да ты на природу посмотрим. О, шалаш, что здесь какой-то. Враги, красные фундиры. Двое всего лишь. Все, мы уже здесь. Может, кто-то новый персонаж у нас появится. Караван у нас появится, у которого не было лет 200. Да, блин. А подожди, я мог переместиться-то? А, нет, только установить метку. Я не мог это бы сделать. Понятно все здесь. Даже, а тут только что был кто-то. А, они сюда зашли, понятно. Тихо. Здорово. Готов. Тут, может, деньги по-любому есть. Да блин, а. Знаете, что я включил? Как убрать это говно? А как это я включил-то? Да ё-моё, а. Да, супер управление. Это я понял, во. А как я отрубил? Да. Не поймешь. Так, убери. Мы уже здесь рядом. Мы, конечно, добежали до этого. Туда не поместить. Так, не ори. Ну ты просто мастер. Все дело. Посмотрим, что внутри. Я предупреждаю. Это кто? Ой, таких не помню людей. Хоть подеремся. А, ну понятно с ним все. Все, готов, падла. Ну, падла, да. Так. Это контратака. Я контратак. Все. Готово. Здравствуйте. Вам чем помочь? Что случилось? Они потребовали весь наш урожай. Порон отказался. Они убили скот, засыпали солью землю и взялись за нас. Дальше вы видели. Вот красные полы, а. Боюсь, нам нечем вас отблагодарить. Ничего не осталось. Возможно, вы могли бы кое-что сделать. Что угодно. У нас небольшая община неподалеку. Почва тут щедрая. Нам понадобятся свежие овощи, зерно или кукуруза. Как только отстроитесь, наживете добра. Вы так добры. Мы непременно придем. Спасибо. Фермер, я так понял, да? Ну вот и спасли еще одних людей. Так, что у нас еще здесь?
Вот это перемещалка, да, я так понимаю? Капитан порта. Может, дойдем до сюда, пускай все откроем. Ну, давайте. Залезем. О, тут 200 бежать. Потом до задания с ума сойдут, да? Так, я и... Меня никто не ищет, это хорошо. Потом обратно бежать, с ума сойду я. Так, что у нас здесь? Здесь у нас дерево такое. О-о-о. Понятно. Блин, мне корову показали какие-то суперзвери. Так, погнали. Понятно, сюда надо. Это курок. Да подожди, ты куда так быстро-то, а? Ну? Так, дальше куда нам? У меня не сюда. Что-то не понимаю. Ты ё-моё, о, молодчину просто взял и самый вниз скатился. Ну прыгай давай, ё-моё, а. Так, это сюда. Это сюда. И опять фиг поймешь куда, да? Что ты спускаешься-то, я не понимаю нифига, а? Да ё-мо, как на это дурацкое дерево зайти? Блин. Корялась она везде, а? Корялась. Ну. Сюда. О. Ну куда ты прыгал? Ну там же рядом был, а? А, ну ладно, вот так сделаем, блин. Я все это время тупил, постраш. Так, надо сюда по-любому. Еще выше. И вот он, да? Вот это да. А вот этот корабль что ли какой-то? Красота, а там корабль, да? Так, там корабль, кажется. Не-не, подожди. А тут можно прыгнуть? А куда? А. Супер, да? Не знаю, куда, чё, но все равно прыгаем. Это всего лишь. Офигеть просто. Это всего лишь. Это где вообще находится-то? Под низом? Где-то подо мной. Знаешь, здесь. Вот, там что-то форт какой-то есть. А что так мало-то, я не понимаю. Область открыла. Здесь два их. Ну и чё? Тут вход где-то есть? Просто супер. Ничего не вижу, нифига. Здесь сундук тоже не понимаю, да? А, ты такого не умеешь, да? Ну ладно. Тут что-то есть. Вот он. Вот это пещерка. Тайный пират какого-то. Да ё-моё. Открыть. Все готово. Так, теперь здесь это пёр, я тут по-любому не буду. Значит, сюда пойдем, значит, да? Установить метку.
А потом на задание уже побежим. Вот ты прыгнул в воду. Ну ладно, для сундука, можно сказать, все без вас. Я плыву. Выйдем, когда там прибежим. Вот и мы уже здесь снова. Погнали. За задание возьмем. Нифига, а чего вы так же забрались уже? Только что были целые. Здорово. Опа, она. Что с ним случилось? Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкер! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Русы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд. Предупредите всех. Это покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Его уже давно бы убили, кто посередке все говорил. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Ну что ты останавливаешься-то, а? Ну давай, ё-моё. Извините, у нас проблемы. Бля. Ничем не могу помочь пока. У меня само время идет. Ты хоть бежать, давай, погнали. Вот они, да? Наконец-то. Чё там надо будет спасти? Кровь уже пролилась в Лексингтоне. И прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где Ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Нифига, поворот. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята, но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Ох, ё-моё, ещё командир... Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Вот они идут, да? И вот он как раз, тамплиер. Сэр! На баррикады! Нет!
Вы должны удержать позиции! Если англичане прорвутся, все кончено! Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите! Берегите моих людей! Люблю это делать, я. Так, не стрелять! Группы. Но. Блин! Готово. Готовься! Тут находится, да? Победить Алгат 130. Огонь! Это фигня какая-то, блин. Приготовьтесь! Давай сюда. Здорово, пацаны. Приготовьтесь! Огонь по ним! Приготовьтесь! Блин! Огонь! Не стрелять! Блин! Там еще круг палы. Готовься! Блин! Огонь! Быстрее! Да ё-моё, давай не быстрее. Стрелять. Ну давай, бегом, что ты делаешь-то? Не стрелять! Стреляйте! Огонь, давайте! Ждите сигнала! О, по сироке двое идут. Не стрелять! Блин! Огонь! Готовься! Огонь! Ну давай, ждать быстрее. Стреляйте. Огонь. По сиротке вообще фигово. Мы ждать теряем людей. Сигнала. Стреляйте. Ну блин, долго ты бегаешь все. Приготовьтесь, стреляйте. Ждать сигнала. Давай, давай, давай. Огонь! На тот угол, там вообще фигово все. Давай, давай, но! Готовься! Скачи, Павла! Ждать сигнал. Блин! Огонь! И тут двое, уже трое. Заряжай, давай, быстрее. Огонь! Стреляйте! Сейчас на той стороне сделаем. Не стрелять! Не стрелять! Огонь! Огонь! Дай мне подраться, по другой бы уделал, блин. Назад! Назад! Чё, сдают, что ли? Слишком как-то не круто. Ура! Они бегут! Кармен 10 раз круче, и там уже толпа собралась. Так, это мы сделали. А где у меня лошадь-то, фиг его знает, да? А мне зачем в эту сторону бежать? И за кем мне бежать здесь? А он что тут делает? Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии. И задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг.
Сколько сегодня выжило благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. Ну что теперь? Ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить Правда? Конгресс, что я никакое знаю несколько. Вознаграждение не могло бы Чарльз меня принять это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам помнить? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. Кроме компенсации. Но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему, Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. Нифига тот человек здесь. И скоро меня отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Я половину этих имен и не выговорю. Они не понимают. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израиль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю Недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Что у нас здесь вообще? А, тут карты нет, нифига. Ну давайте хоть выйдем отсюда. Странно. Интерес. Его сестра разумная девушка. О, могу пообщаться, что это? Весточку. Он служил на пакетботе. Вы еще здесь? А тут полгода не слабо. Я только хотел узнать, что теперь? Дел по горло. Командующий Вашингтон скажет, где наносить новый удар. И надо поработать над заявлением. Заявлением? Нужно немедленно связаться с прессой. И рассказать всем, что первыми в Лексингтоне стреляли лоялисты. Но неизвестно, кто был первым. Именно поэтому надо действовать быстро. Завоевать симпатии народа. Это нечестно. Возможно. И что? Все должны верить, что мы защищались. Иначе нас обвинят в измене. Но это так. По-вашему, лучше склониться перед тираном. Вы этого хотите? Конечно, нет. Нельзя лишать людей свободы, но лгать ради нее — это весьма скользкая дорожка. Поймите, Коннор, эта война ведется не только на поле боя, но и в умах и в сердцах. Немного приврать не страшно, особенно если это спасет жизнь многим. Чудо, что брат смог переправить ноты. Понятно все с вами. Чё, выходим отсюда. Взаимодействие. Так. Вот и мы здесь, да? Чё нам надо? Нам надо вот сюда, да, задание? Это уже следующая серия. Так, я хочу поместье.
попасть, но... Тут ничего такого интересного нет. Ну ладно, фиг с ним. Ну что, на этом мы остановимся. Увидимся уже в следующей серии. Итоги поражения. Всем вам удачи и пока.